собранные Чемзинским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Республике Мордовия, доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 31-летнему мужчине. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей. Следствием и судом установлено, что в ночь на 27 февраля 2021 года мужчина избил 25-летнюю сожительницу, нанося удары ей, в том числе и деревянным бруском. Сожители в это время находились в квартире у знакомого, после чего они вышли, и мужчина потащил потерпевшую домой. Через некоторое время в пути следования женщина скончалась. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил. Анна Артюшкина, следователь Чемзинского межрайонного следственного отдела Следственного управления по Республике Мордовия.